А теперь к новостям спорта. В Славянске на Кубани завершилось первенство Краснодарского края по баскетболу 3-3 среди юношей и девушек 2006-2007 и 2004-2005 годов рождения. Первенство проходило в спорткомплексе «Триумф» в течение 2 дней. За победу приехали побороться около 200 юных баскетболистов со всего края. Я занимаюсь баскетболом 4 года. Мне очень нравится этот спорт, потому что это командная работа. Мы все настроены на высокие результаты. Баскетбол, спорт, он полезен для здоровья. Мы в разные города путешествуем, видим что-то новое. И мне это очень нравится. Еще у нас очень дружная команда. Мы все любим друг друга, и особенно нашего тренера. Баскетбол 3-3 проводится между 2 командными составами. В каждой из них насчитывается 3 спортсмена. Игровой процесс осуществляется на половине обычной баскетбольной площадки, на которой размещена 1 корзина. Этот вид баскетбола также известен как стритбол. По итогам соревнований в каждой возрастной группе были определены победители. Первое место у команд Новороссийска, Краснодара и Северского района. Славянцы смогли занять только 2-е, 4-е, 9-е и 10-е места.